Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, извините, у меня тут проблема со звуком на камере произошла, но потом она у меня восстановилась примерно, когда через минуту у меня уже появится звук. Вот, мы в этом видео идем в пятерочку, я снимаю небольшой влог про это. Вот, да, вроде все сказала. Сейчас идем, вот машина какая-то едет. Не знаю. Соня. Гря! Вообще вот так. Я не люблю Фейса, но у него песни дальше. Бля-бля-бля-бля-бля-бля. Гря! Она же... Она же этот мой... Чупа-чупс! А вон мой дом, вон там он беленький такой. Не знаю, видно или нет. Будем помягче. В общем, нам еще минут 15 идти. И еще мы придем в пятерочку. Ложик. Ложик. Блогеры, блогеры. Сам ты деревня. Сам ты деревня. То же самое, когда говорят, что Тавро это деревня. Делает. Да. А так и делаем. На самом деле я буду. Можете чуть-чуть туда сдвинуть, а то меня да, кидают. Он блогер, он блогер. Вы говорите, что он блогер. Сейчас, подожди. Ты блогер. Русь, вообще блогер. Блогер от бога. Ага. Ах. Давай. Какой передачка получится? Смотрите, какой крутой дом. Да. Он вообще дорогущий. И ночью там вот все было вот в этих гирляндах. Потому что посмотрите, какой он красивый. Да, тут вот этот мужик газон тут посадил. Это камера. Не ври. Где телефон-то? О, крутой замер. А помнишь, что проходили мимо в него? Вольерчик. Какой вольерчик? Это для мусора. Вот дома. Вот этот дом мне всегда тут напоминает, реально. Он похож чем-то, да. А куда мусор тут выкидывать? Ну, мусорка забирает вон вот такой, например, у нас бак зеленый. Вот у этого человека вот такая вот, туда мусор, на мешки кладешь, вот они сюда кладут там. И мусорки... Чтобы собаки не разбросали. Да, как думаешь, мне холодно или нет? Не знаю. Ну, моим ушам, как думаешь? Да, холодно. Да. Добро, да, пойдем. Не было бы круто Мишу взять, но оставить Мишу с вами... О, спите. Это что-то как... Бенгальские огни. Ебой. Но это было другое, вот другой момент. Фу. Да, это... Ушел да. Запах. Тихо, хорэ. Вон будка, видишь, уже трейлер. Да я же знаю, я да. Съешь. Блин, вот только посмотришь с мамой. Он с мамой говорит, иди обратно быстро. Вон он сидит, зараза. Вон он сидит. А он не накинулся? Но он на цепи. Нет, нет, он, нас, он начал подходить к нам, а потом мы сразу развернулись а и пошли. Мужик, вот какой с ротвейлером. Да без поводка, это вообще какой-то произвол был. Ладно, вот так испугались. Не такой, прям спокойный, да а фиг но тут да? Фиг знает, потому что да, дедушка... На... Более на цепи. У меня вот дедушка с Ромой гулял с лабрадором. Вот. И там также мужик какой-то отпустил овчарку. Овчарка как убежала с лаем, тот дедушка дал ей с ноги нафиг. А Рома за него спрятался. Ну прикинь, вот такой вот и такая. Да. Ты что вообще? Пойдем. Ты же забудешь. Да подожди. Ача-а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 ча
Опа. Ой. Фух, а че там у нас там идут? Я шучу. Нет. Грязь. Вот это Новый год, блин. Вообще, погодка. Пятерочку. Бык. Вон уже пятерочка. Может, должно быть видно. Ну, вон она. Я сниму что-нибудь, то, что я возьму с собой себе. Thank you.
продам. Вы смотрите, кто хочет, звоните, покупайте домик. Реклама, реклама. Нет, нет. Нет, не надо, я номер покажу. А вот, вот, вот. Смотрите, оп, нет, оп, нет. Шуточка. Шуточки, шуточки. Вон Пятерочка. Мы же с кем-то и орали. Дай нам на кокаин. Да, я помню. Вообще, был Санкт-Петербург, и было... Москва, это Санкт-Петербург. А, это была Москва, да. Нет, это не... была Санкт-Петербург. Это был Санкт-Петербург, да. Мы, короче, пошли, хотели, были с классом в Санкт-Петербурге. И это был 4 класс, я сейчас в 6-м. Это было вообще, мы какие-то сдвинутые были. И, короче, мы пошли, значит, в этот... кто знает, я не помню, как называется, но когда раздвигается мост и проплывают корабли. Такой день был, мы ночью пошли. Вот. И потом шли ночью, это было 3 часа ночи, мы идем по Санкт-Петербургу с классом, орем в голос песни разные, потом мужик подходит, типа, ну что, девчонки, пойдете с нами? Мы такие, ой, нет, спасибо, обойдемся. Да, обойдемся. Пятерочка, видите, да? Да, нет, не знаю. Там вот, Пятерочка, там разрешается снимать, поэтому мы не будем снимать. Вот, да, он дома. Простите, мы были далеко. Все, заходим в Пятерочку. Нам подарки. Да, ну а ты где думала? Так, пойдем. Возьмем. Что будет, что будет, что будет? Никого нет. Спасибо, что такие милашные. Классные медведи. У меня вот такой вот. Я все хотела этого. Вот, единорога. Он прикольный. Он дорогой, зараза. То есть покупаем, что надо? Покупаем? Ничего, ничего не покупаем. Покупаем все, что хотим. Успокойтесь. Помнишь, Руслан, в лагере? Я прошу тебя, успокойся. Нет, не помню. Ну, в лагере это, когда мы с тобой выступали в рок-группе, там выступал другой отряд. Если я так выступал, успокойся. Нет, я не помню. Посмотрите, возьмем. Давайте. Он фанта. Вот тут все по скидочкам много. Я скидочки. Она сезона, во. Можем фанта взять. Спасибо. Он со скидкой, нет? Блин. Че тут он? Нет. Я решила взять. Сухари? Я не хочу. Русилки ворвались. Пятерка ворвались, блогеры. С камерами. О, Липтон, вот по 65. Давай? Нет. Черный чай хочу. Давай, давай. Я к себе вообще так. Каждый сам себе берет. Каждый сам себе берет. Да. А, канал полегче. 29 рублей. Воу-воу-воу. Шабы еще. Шабы еще взять. Шабы еще взять. О. Вот, мистер. Мистер. Все-таки прям блин. Так. Я надо эти курушки взять. Так, вот это мне пока что хватает ушки. Так. Идем к выпечке. Как тут вкусно, дождь помогает. О, ништяк. Что дорого. Дешевле, чем дешевле. Ну что? Нет. А? Они охренеют. Вообще. Что, ты дождь себе хочешь купить? Нет, такой жалко. Ну, возьмем вот эту. Подожди. Вот. Ой, только не хочу купить. С куриным бульоном. Красная цена. Это отрава. Может... Вот. Вот этот вот ротом. Все, не знаю. А зачем? Ты сухим хочешь? Нет, ну, маленький сухим, тот нет. Серьезно, поговоря, что плохая еда, типа дома не всегда. Руся, что тебя на после кого дома есть, да?
Виктор зелененького и синий. Не, не, мне плохо уже от шоколадок. Вот шоколадки. Что это? Что это за подушка такая? Конструктор была вообще. Овечка. Овечка где? Так, давайте возьмем что-то для Мишки. Для Мишани. Вот. Начинаем его отбирать. Для розочек тоже возьму. Для чего вы корм берете? Розы. Для животных. Это корм для кошек, нет? Вкусно, я хочу вот это взять. Чего? Не, он такую покупала. Очень вкусно. Классно. Где классно. Это? Сочи. Что? А в чем он на кафе? Кто? Кто? Третий, маленький. Артём, я сказала, он на кассе. Тупой, что он? Влад, ну ё-моё. Я ж обожаю. Смотри. Фу. Чё, я ничего хочу. Очень, ребята, вот мы купили. Это мой пакетик. У меня вышло на 350 рублей. Вот. Соня, Влад и Артём взял. Я тоже пакет, Влад тоже пакет, а Артём взял два сока и сухарики. Ну ладно, он что захотел, то взял. Вот так вот. Мы сейчас пойдем только чуть по другому пути. Я тут постоянно хожу, главное не встретить одну собачку, которая ко мне привязалась. Сначала один раз мы ее встретили с моим братом, когда гуляли. Он там вот живет. Вот. Она пошла до нашего дома и там... А, нет, смотрите, как вышло. Мы с ним сначала гуляли. Потом, когда, ну, гуляли, она за нами привязалась. Потом, короче, когда... Домой. Потом, когда... Подожди. Потом, когда мой брат поехал на велосипеде обратно, это было летом, собака эта за ним побежала. Потом, в следующий раз, когда я пошла тоже по этому пути, она за мной привязалась и пошла за мной до самого дома. И там долго было. А Миша тогда был еще в другом вольере совершенно. Где-то был в этом... Сейчас скажу. В таком деревянном вольере. Кто смотрел мой канал до этого, ну, тот поймет. Вот. Ой. Ну ладно, ничего страшного. Кто может сейчас сгонять за спичками? Влад, сгоняй за спичками. Купи, пожалуйста. Пожалуйста, сбегай. Но ему не продадут. А ты... Стоп. Но он очень маленький. Тебе продадут. Да он мелкий. Тебе. Да блин, ты можешь гонять, ты как бы меньше. Я пробовал. Пятерки в эту. Ну не в эту, в другой. Ну там гонять пожалуйста. Я правда пробовал. Ну сбегай. Не получится, знаешь, обратно. Сбегай, пожалуйста. Ребята, короче, она привязалась за мной. Вот, мы просто хотим, ну, да, привязалась за мной, жила около моего дома где-то дня 4. Мы пытались ее прогнать с мамой и с папой, потому что она, если Миша легко мог перелезть через вольер и просто убежать с ней куда-то, и все, и не было бы у меня собаки. Но в итоге мы ее прогнали, вот, и все. После этого, а нет, мы ее не прогнали, мы ее увезли в другой вон туда вот на садовый, чтобы она к нам не прибегала. Вдруг ее кто-то приютит там, потому что, ну, нельзя так рисковать своей собакой. Вот, и мы ее просто отвезли туда, дали ей там еды, положили с пледом, вот. Но когда мы начали уезжать, она за нами побежала, а потом остановилась, вот. И все, вот так вот вышло. Теперь мы ждем Влада и пойдем зажжем бенгальские огни. Мы идем по поле. О, вот сейчас вот тут поворачивать будет. Нам тут поворачивать. Так она у меня выкатина была. Блин, у меня коленка болит. Вон там вот все. Да. Thank you.
Мы гуляем, гуляем. Ходим мимо домов. Вот дома. И скоро мы подойдем, я вам покажу сгоревший дом. О, кот рыжий. О, давай. Котик. Крыса, крыса, крыса. Где? Ну, дальше. Давай вместе пойдем. Нет, него мы не пойдем. А чего? Потому что он скоро развалится нафиг. Чего, сгоревший? Хочешь, иди. Вон дома прикольные, вон Дед Мороз там лезет, если видно, я не знаю точно. Вот. Лад. А, брырум. Всем привет, салат. О, вот, что это за странный дом? Почему он так держится? Да. Ну, это будут потом обстраивать там какой-нибудь. Погодите, что-то двинется какая-то балка. Да нет, ну это скорее всего обстраивать будет там железный так. Гараж, нет, быть. Прикольный вон, дом. Вон, видите, как вон там вот... просто кирпичами обделали, тут должны быть приемы. Да, нет, он строится. Блин, офигенный сок, люблю. Как называется? Видите, какие дома большие. Классные очень. Вот один, два, три. Классные дома. А вот здесь, короче, какие-то цыгане жили вот в этом доме. Чисто съезжали, я прям помню, на таком, как это, грузовике просто привозили вещи в хлам. Так все. Вот тут вот жили цыгане. Блин. Мой классный дом. Он там вот. Вот мы подошли к этому дому. Ой, прости, Артём. Вот. Но, блин, его сейчас подстроили нормально. Но он был сгоревший. Вон там вот дверь сгоревшая. Я хочу поближе подойти. Пойдемте, подойдем поближе пока. Ой, мне все хорошо. Вот, ну там крыша вся искривлена была. Там даже окно. Где? Вон, ну да, ну вот, оно, видимо, не поменяли. Но это... Вон, видите, там все. Видно же, да, вот? Вот, видите, на двери там горело вообще. Не дай бог видеть пожар, правда, это очень жестко. Врагу не пожелаешь, когда свой дом горит. Вот, смотрите. Видите, вон там стекло разбито, вон, горело там все. А давай внутри посмотрим. Вот, через окно. Ну там охрана, Соня, лучше не надо. Вдруг там датчики движения. А вон, сигнализацию уже поставили. Это охрана. Вон, да. Да, один слой разбился окна, а другой нет. Ну да. Это внутренний разбился. Вот. Ну там тут крышу поменяли, тут прям крыша новая-новая. Потому что там прям вся искривленная была наверх, нет, такая вся кривая. О, вот кирпичи всякие, походу, с него снимали. Возможно. Да не, это не... А вот это вот что? Да какая обычная деревяшка, Влад. Артём, пойдем. Вот мы уже почти дошли до нашего дома. Вот. Нам чище осталось. А вот дом. Твой. Угу. Его вообще не видно. Хочешь прикол? Ну. Дом похожий на мой, но нет, это не мой дом. Ну, был раньше похож, когда мы еще его снаружи не отделали. Был похож. А сейчас нет. Тоже темно почти, вот фонари уже включились. Чего? Что тебе мама сказала? Ничего. Вот он. Вот уже подошли к нашему дому. Ребята, мы уже зашли домой. Все, я дома отдыхаю. Кстати, мне мама подарила вот такую вот Ньюфаундленд-копилку. И еще вот такую вот Йорк-копилку. Очень классная, прям вообще нравится. Но сюда я копить ничего не буду, потому что ее только разбивать, но разбивать ее очень жалко. Вот. Очень классная. Спасибо родителям. Ребята, если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока. И всем пока-пока. Пока-пока.